Опра Уинфри. 3 минуты для следующих 50 лет вашей жизни. У всех вас есть потенциал для огромного успеха. Но есть и цена, которая сопутствует этому. Вопрос прежде всего в том, чтобы знать, кто вы есть. Быть способным ответить на этот вопрос, кто я и чего я хочу. Я задаю более важный вопрос, кто я? Кто я на самом деле? И чего я хочу? Я не хочу просто быть успешным в этом мире. Я не хочу просто оставить след или получить наследие. Для меня ответ на этот вопрос заключается в том, что я хочу реализовать высшее, истинное выражение себя как человека. У вас должно быть какое-то видение своей жизни. Даже если вы не знаете плана, у вас должно быть направление, в котором вы хотите двигаться. Вы хотите управлять своей жизнью, потому что если вы этого не делаете, жизнь будет управлять вами. Знать, кто вы есть на самом деле в этом пространстве и времени, которое мы воплощаем. Вы должны найти способ служить. Мартин Лютер Кинг говорил, что не каждый может стать знаменитым, но каждый может стать великим, потому что величие определяется служением. Сейчас мы живем в мире, где все хотят быть знаменитыми, и где мы восхищаемся людьми только за то, что они знамениты. Мы думаем, что известность приносит нам ценность. Правда в том, что все это со временем исчезает. Настоящая правда в том, что служение и значимость, которую вы привносите в свое служение, это то, что остается надолго. Когда вы меняете парадигму того, что вы решили делать, на служение, и придаете этому значение, успех, обещаю вам, последует за вами. Служение и значимость равны успеху. Вот в чем ключ. Учитесь на каждой ошибке, потому что каждый опыт, каждая встреча и особенно ваши ошибки нужны для того, чтобы изменить вас и помочь вам стать более тем, кто вы есть. А затем выясните, что будет следующим правильным шагом. В чем ваше истинное призвание? Каково ваше предназначение? Вы не всегда нравитесь людям, и они не всегда рады вам. И если вы окружаете себя людьми, которые не привыкли к вашему успеху, они начинают бояться, им становится страшно, потому что вы отражаете для них что-то, чего они не признают. Люди, которые хотят для вас самого лучшего, хотят, чтобы вы были самым лучшим. Поэтому мой самый большой совет вам – окружите себя людьми, которые будут наполнять вашу чашу, пока она не иссякнет. И что я знаю наверняка, так это то, что самый большой выбор начинается и заканчивается вами, вашими внутренними большими вопросами. Кем я хочу быть в этом мире? Будьте превосходны. Люди это замечают. Пусть совершенство станет вашим брендом. Все говорят о создании бренда. Я никогда не знала, что это такое. Когда люди говорят, что вы бренд, я отвечаю, нет, я просто Опра. Сейчас я понимаю, что мой выбор в каждом случае, в каждом примере, в каждом опыте поступать правильно и превосходно – это то, что создало бренд.